Сегодня у нас урок сербского языка в необычном месте. Я нахожусь недалеко от горы Аштен и Фишт. Я здесь абсолютно одна, чтобы мне было немножко веселее, давайте обсудим туризм на сербском языке. Гора Аштен находится в Адыгее на Западном Кавказе. Ее название переводится как «зима», «вечный снег». Это гром, громлявина. Это то место, где Кавказ впервые набирает высоту. До этого он был как плоскогорье, а теперь здесь он переходит границу лесов и начинаются альпийские луга. И даже в одном месте есть ледник – глейчер. Горы по-сербски будет планине. Есть также слово брда, это холмы. И от слова планине произошло также планинарине, походы, занятия горным туризмом. Планинарити – заниматься горным туризмом, ходить в походы. Отсюда также планинарский дом – это приют, домик, балаган, кош. И планинарское дружество, туристический клуб или планинарский клуб. А если мы с вами занимались сербским языком немножко пораньше, ну, 30 лет назад, то мы бы с вами оказались на дне моря, потому что раньше здесь всю эту поверхность покрывал океан Тетис. Так что можно сказать, что я как армянский мальчик в мультике стою на дне моря. Здесь Аштен, гора, это был коралловый риф в океане, и внутри эта гора, она пронизана жилками кораллов, то есть это вечно живущий коралловый город, государство. Сейчас будет река, мне нужно ее перейти вброд. Прегазити реку. Я сейчас нахожусь на стоянке, на приюте, тот самый планинарский дом. Вы, наверное, думаете, что я буду разводить костер, ложить ватру. Але я не хочу ложить ватру, за то, что это национальный парк. Но, допустим, если бы это не был заповедник, то нам бы пригодилась секера, топор, спички, шибице. Ну, вы знаете, что спички по-сербски это матерное слово, но шибице нормальное слово. И также пила, тестера. Пила может быть моторная тестера, бензопила, ручная тестера, ручная пила. Ну, у меня ланац, цепочка. Вот так она выглядит. Собрать эту пилу настоящий кубик Рубика. Очень трудно ее собрать. Теперь наступает самая интересная часть похода – ручак. Поскольку в заповеднике запрещена отворена ватра, то у нас будет вот такая горелка – горионик или плинский решо, и к ней идет плинская боца – баллончик с газом. Из кухонных принадлежностей у меня есть шерпа или котлич, кастрюля, кашика, ложка, нож, отварач и шоля или чаша, что у вас есть. Также, по идее, должна быть чиния или танир, это миска или тарелка, но у меня ее нет. Динстано месо у консерви.
Я чуть устала, отдыхаю. На заднем фоне там вот гора, на которую мне надо идти. Кстати, по-сербски слова «отдохнуть» и «устать» одного корня. «Отдохнуть» – «одморитесе», «устать» – «уморитесе». И оба они происходят от корня «мор». Тот же самый, что в слове «смерть». То есть «уморитесе» – это как бы войти в это состояние мора, а «одморите» – это выйти из него, отдохнуть. Это место называется цирк. Циркус. Я вот как бы внизу на сцене, а вот это все места зрительские. Вот. А вот это Самоштен. Вот моя тропинка. Вот по этой сыпной гадости я должна подниматься. Тропинка по-сербски будет «стаза». Вот мы с вами на вершине. Попеласамсе наверх. Налазимсе на надморской висине от 2800 метра. Итак, давайте посмотрим, что у меня есть в рюкзаке. Рюкзак – это рюкзак. У меня есть простирка или подлога. Это коврик. Есть также спавача вреича, спальник. У меня есть чеона лампа, налобный фонарь. И есть еще такая вещь, бибер спрей, средство самообороны. Есть кишна кабаница, плащ дождевик. Конечно же, есть у меня шатор, это палатка. И штаповый – это палки альпиншток. Также у меня есть вот такие синие чулочки. Это камашны, фонарики или гамаши. Сейчас они мне здесь не нужны, но я взяла, чтобы вам показать. Я добралась до дому, но по пути попала в аварию, разбила машину. Так что ждите скоро урок по теме машины. Узнаем, как сказать по-сербски бампер, вмятина, трещина, царапина, крыло, дверь, багажник. Это как минимум. Ну и напоследок самое важное, когда вы идете в горы, нужно обязательно сообщать службу спасения. По-сербски это будет «горская служба спасания».